От чего зависит атмосфера в квартале или на улице? Конечно же, от соседей. Очень важно им находить общий язык и делать так, чтобы добрососедские отношения со временем только крепли. А этому очень помогают общие праздники, которые в Славянске на Кубани уже стали традицией. Счастливые дети, улыбающиеся родители, нарядные бабушки – все это настоящая атмосфера праздника. По-семейному тепло и уютно прошла встреча соседей в южном округе нашего города. Совсем не для галочки отметили жители улицы Дзержинского День квартала. Глава округа Наталья Величко поздравила всех собравшихся с праздником. Хочу поздравить вас с праздником, Днем квартала, Днем добрых соседей. Все вы такие дружные, жизнерадостные, веселые. И хотелось бы пожелать, чтобы всегда у вас каждый день на душе был праздник и такое же хорошее настроение. Благодарственное письмо она вручила заслуженному работнику культуры России Валентине Замри. Вот уже 25 лет ее гостеприимный двор принимает дорогих соседей. Во многом благодаря ей так дружно и весело проходят встречи людей, ставших хорошими друзьями. Какие-то сладости купили и провели праздник. Вы знаете, извините, понравилось и сказали, а давайте на следующий год. Ну мы на следующий. И вот так каждый раз, и вот так 25 лет. Вот. Я очень благодарна, что праздники у нас проходят, потому что мы лучше узнаем людей. У нас многонациональный квартал. Когда мы узнаем лучшее что-то, хорошее о человеке, это сближает. Это создает такой комфорт, сердечные привязанности какие-то. Вот таким образом. Я очень волнуюсь, извините, пожалуйста. Но хочу сказать, что мы, собираясь праздники, проводя праздники, отмечали позитивные стороны жизни нашего квартала. Вот уже четверть века жители улицы Дзержинского собираются, чтобы вместе интересно провести время. Здесь для всех находится занятие. Кто-то показывает свои кулинарные способности, кто-то творческие. Депутат Совета Славянского городского поселения Елена Малышева поддерживает активных общественников. Жизнь, она одна. И каждый из нас, проживая ее, что-то делает хорошее, что-то делает очень хорошее. И всегда рядом соседи. Оценивают ли хорошо, оценивают ли не очень, оценивают ли по-другому. Но все равно это тот критерий, который нам позволяет расти, улучшаться, становиться более совершенными. И в наше вот такое неспокойное время очень хочется, чтобы вы все всегда были здоровы, счастливы. Малыши на празднике рассказывали стихи, взрослые танцевали и пели песни. Те, кто музыку не любят, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эту песню заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Ва-пам, ва-пара-па-пам. Самое главное, добрые соседи собрались вместе, пообщались, вспомнили многое из прошлого, поделились с друзьями душевным теплом и искренней радостью. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».